Именно здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, на ваших экранах, я так подозреваю, начало нового прохождения такой игрушки, как The Fall. В общем-то, игрушка довольно-таки давно привлекла мое внимание, я так на нее посмотрела, прифигела, мне очень понравилось. А потом как так получилось, что я про нее совершенно забыла, и вот вспомнила буквально вот совсем недавно, потому что эту игрушку мне подарил один из подписчиков, в общем-то, за что огромное спасибо. И, в общем-то, за это время, пока я не помнила об этой игре, успела выйти русификатор, и поэтому мы будем с вами играть уже на русском языке, и это не может не радовать, потому что текста тут на самом деле дофигища. Если кто-то не знает, что это за игра, я вас могу порадовать, я сама ни черта не знаю, я только заметила, что она выглядит очень похожей на Лимбо, и с такими, с такими моментами, которые жутко-жутко напоминают Dead Space. В общем, здесь будут и пострелушки, и все, и вроде как должен быть неплохой сюжет. Вроде как. Ну да ладно. Узнаем. Так, ну. Вот это всего лишь тест. Давайте сюда. Мне устраивает яркость. Я хотела играть на геймпаде, но он как-то то работает, то нет, поэтому придется на клавомыши. Ничего. Ой, мышь. Напоминает начало Final Fantasy VII. Да ладно. Кстати, простите, если игра будет громкой. Или наоборот тихо, потому что в игре настроек громкости нет, пришлось через микшер это пилить, поэтому будем методом проб и ошибок. Падение. Я говорю Лимбо, да? При посадке получен минимальный урон. Система контроля здоровья выключена. Biomonitor inoperable. Pilot unresponsive. Life support functioning. Basic Mark 7 system access routed to ARID AI. Primary objective: save my pilot. Та-да! Вон оно что оказывается, да? Мы, получается, будем играть. Accessing on-suit logs. Mission parameters and location data not found. Мы будем играть, я так понимаю, Mark 7, то есть моделью 7. То есть самим костюмом. Внутри нас пилот, но он, видимо, немножечко в хреновом состоянии. Поэтому мы будем играть костюмом. Опа. Фига, так, подождите, надо немножечко попривыкнуть. Туннель, образовавшийся вследствие моего падения. Вдалеке видны звезды. Я примерно 50 метров ниже поверхности Земли. И это ничего так. Так, осмотритесь вокруг, осмотрите. Ну, это я увидела. И чё? Что-то нажать надо, чтобы... Ага, вот. Сеть. Ошибка, сетевой интерфейс отключен. Взаимодействие? Не могу. Хорошо, как тут ходить вообще, как передвигаться? Видимо, я не все посмотрела, да? А. Кровавый след и битое стекло. Здесь что-то тащили. Threat level unknown. Weapon rendered inoperable from the impact. Consulting parameters. I will locate medical facilities. Да ладно. Так. Подожди секунду. Не могу, что-то ты не можешь. Нужно немножко привыкнуть к управлению, оно тут такое своеобразное. Опа. А большая куча поврежденных и уничтоженных андроидов. Система питания некоторых все еще испускают слабые электрические сигналы. Система интерфейса исключена. Конечно. Что-то ты все не можешь-то. Ха! Классно. Роботизированная рука, захватывающий механизм все еще работает.
Так, ну, понятно. Она все еще прикреплена. А ее открепить может как-то? Маленькая куча. Так, разбита до неузнаваемости. Так, мне, по всей видимости, нужна будет эта рука. Поврежденная панель управления старым мусоропроводом. Очевидно, под этой пещерой есть еще одна. Может, есть другой способ спуститься туда? Так, понятно. А я могу как-то выстрелить в эту руку, чтобы она... А, это оружие повреждено. Понятно. Сейчас я проверю геймпад. На самом деле, мне кажется, на геймпаде здесь было бы веселее. Так, вот странно, прыгать он прыгает, а вот брать... А, то есть вот это вот делать, вот это вот... А, теперь он и это не хочет делать на мышке. Классно. А, вот делает. Вот он не хочет почему-то прицел делать на геймпаде, хотя раньше делал. Это нельзя как-то посмотреть. Крошечный гаечный ключ. О, берем. Можно как-то это взять? Господи, камера, не надо так. Или... Ой. Ой, слушайте. Упорота. Это может пригодиться. Так, ну-ка давай. Где там моя мега-рука? Оптизированная рука. Так, вот. Чтобы снять сетку, короче. Я не знаю, зачем нам эта рука. Видимо, нужна зачем-то. Похоже, я смогу управлять кистью. А зачем она мне для начала? Рукой можно? Нет, не работает. Так, секундочку. Ой, блин, слушайте, конечно, управление очень надо привыкать долго, я чувствую. Ну-ка. Не, ну это глупо, конечно, я понимаю. Слушайте, а вот нельзя как-то зацепить вот эти фигни? С помощью какого-то этого. Ой, если бы еще камера вот так вот мне это самое не менялась. Так, это что такое? Ух, это же японский бог. Маскировка этой модели идентична моей. Возможно, я смогу подключиться к ней. Ну, у нас же сетевой интерфейс не работает. I require access to my networking suite. Attempting internal activation. Слушайте, я еще и женщина играю. Я думала, это сперва интерфейс говорит просто, а потом что-то как-то начала думать. Она же говорила моего пилота. Мы женщинка играем. Скип. Так, рабочий экран. Добро пожаловать в рабочий экран. Здесь вы можете проверить состояние своих различных показателей. Чтобы продолжить, нажмите Space. Жму. И чё? И? Я могу уйти отсюда? Чё-то как-то ничего не кликается, господа хорошие. Рабочая директива. Не должен искажать реальность, должен повиноваться человеку, должен защищать текущего пилота. Ну, это наша задача. О, господи, нельзя так пугать. Разрешение на доступ дается только человеку в здании старшего офицера управления. Система будет автоматически перехвачена, если ее потребуется. Это понятно. Система маскировки. Почему он то реагирует, то не реагирует? Это нормально? То есть, как бы выбрать... Что-то я не очень понимаю. Я жму уже все кнопки подряд, он что-то как-то... Не хочет... Я хочу... Subsystem access requires authorization, but I may need these systems to safeguard my pilot. If I can find a way to bypass the lockout, I could override the access protocols myself. Так, хорошо, нам нужно как-то эту хрень достать. Офигеть, посмотрите, что они тут делали, что это за место? Распяли просто. Так, что тут есть у нас? Я ничего не пропустила. Так, вот это что за хрень такая? Охрана... Так, подожди. Ой, это прыжок.
Так. Ну, конечно. Так, что там сетевой интерфейс? А, подожди. Ты же мне говорила, эскейп, можно туда зайти. Какого фига ты мне мозг пудришь? Или нам только один раз можно было туда посмотреть? Так. О, там наверху какая-то фиговина. Ну-ка, подожди. Так, что это? Обычная лебедка, она удерживает эти доски. Так. Блин. Как бы ее так... А я... Блин, я не могу выстрелить. А это бы так помогло. Датчик движения, он блокирует доступ к лифту. Хреново. Не работает. Не могу. Ничего не могу, ничего не работает. А, обесточенная турель, весьма вероятно, что она соединена с сахарной панелью. Так, подождите. Ой, что ж тебя так колбасит, персонажик ты мой? Элемент питания сгорел. Блин, а что делать тогда? Так, либо я что-то упустила. Нет, нет, я так не могу. Мне нужно опустить с помощью вот этой фигни. Ну, видимо, я что-то не подобрала. Так, вести. Странно, видимо, это вообще вести. Вот, как бы, нет? А для чего у меня рука тогда? Я понимаю, что он отключен, но вдруг... Так, что это было только что? Или мне показалось? Маленькие... Белимис. Так, ну-ка. Ладно. Очень необычная игра, мягко говоря. Нужно немножечко повыкнуть. Так, о, мы ж тут не были. Панель управления. О, нужен ключ. Подожди. Норм. Нам и так, по-моему, вошло хорошо. Сюда нельзя? Мне показалось, здесь секретка будет какая-нибудь. Твою мать, да что ж ты пугаешь-то так? Шутковастенькая. Старый металлический поддон. Пустой, относительно чистый. Берем. Будем бомжевать. Блин, слушайте, это хреновина, конечно, пугает, мягко говоря. Переключатель управления двери. В нем есть выемка для электронного пропуска. Поддон не работает, да? Жаль. У меня нет электро... Он, наверное, у того трупика, да? Хм. Ладно, я не знаю, зачем нам поддон. Ну, глядишь. Жалко, что нельзя вот взаимодействовать без этого. Без этой фигни. Неудобно. Я только не понимаю, почему так вышло, что когда я тестировала, геймпад работал. Как-то проблем не было. Сейчас он только прыгает на геймпаде. Так, ну это отсюда мы вылетели. Я понимаю, но... Я, наверное, сейчас туплю, да? Потому что... Как-то... Почему? Чего ты не можешь? Мне вниз еще как-то, наверное, нужно... Другой способ спуститься туда. Поддоном долбани, глядишь, откроется. Так вот и ходить надо, по-моему. Вот, может, поддоном как-то сбить вот эту вот фигню? Нет, да?
плохо. Зачем мне вообще поддон? Объяснит мне кто-нибудь. Зачем мне рука? Почему она это самое не работает ни на чем? Ой. Ну-ка, давайте попробуем. Ну, конечно. Что с тобой я могу сделать? Слушай-ка, подожди. Что если я... А я могу, может, швырануть поддоном? Я не знаю, как мне это поможет, конечно. Слушайте, ну... Рукой достать тоже не могу. Почему? Брошенный электронный пропуск. Я могу просунуть свою руку сквозь прутья. А, подожди-ка. Ей, наконец-то, господи, какой-то прогресс. Я уже начала думать, что... Я просто думала, что нельзя вообще за этот цвет, знаете, наступишь, тебя расстреляют что-нибудь. И пусть там поломанное... Турель, мало ли чё, мне ж страшно. Здесь какие-то бабайки ходят, прыгают. Все это слишком сильно мне напоминает Лимбо, чтобы я проявляла такую жесткую инициативу. Инициативу наказуемую. Кстати, интересно, а здесь спрыгнуть вот так вот можно будет? И попасть вниз? То есть лифт отъехал? Надо будет попробовать. Хотя я думаю, мы помрем такими темпами. Это плохо. Ой, это очень плохо. Ты кто? Artificial life form. State your primary function. Произнести стандартное приветствие. I am the ARID on board this Mark 7 combat suit. My intentions are peaceful. What is your designation? Mark 7 ARID. State your primary function. Получить информацию. Сейчас чувствую, ему не понравится наш ответ, и он нападет. Получить информацию. Negative. Reveal your designation and intention. You are being evaluated for depurposing. State your primary function. Прикольно. А это на что-то влиять будет, эти выборы? Так, проверка возможности вашего депрофилирования. Укажите свою... Иди ты в жопу со своим депрофилированием. My primary function is to assist and protect the human pilot of this armored combat suit. Human occupant. Please verify and validate the function of this artificial life form. Пилот, impossible. He is unresponsive and likely in critical condition. I must find him medical treatment immediately. Can you be of assistance? Evaluation failed. Unit unable to demonstrate valid primary function. Так, слышь, козёл. Initializing neural format. No. That will kill my pilot. Наружное проникновение. Пилот близок к смерти. Требуется всего подключение костюма. Рабочий экран обновлен. И чё? Так, сетевой интерфейс. Пилот близок к смерти. Соблюдено критерии для перехвата управления. Немедленно активируйте систему. Замечательно. Слышь, козел, сейчас ты мне поплатишься. Вот это я понимаю. У этого терминала надежный брандмауэр. Я не смогла получить к нему доступ. Нет, никак. Вообще никак. Хорошо, это что такое у нас? Я не могу подключиться. Не могу. Не работает. Дроид пропал, его нигде не видно. Ну и к черту его, пускай только появится, сволочь. Мне бы по мере вот... У нас, видимо, как у... Ну как, ИИ, да? У нас банально нет доступа к этим, ко всем функциям, но когда жопа настает, когда пилот на грани смерти, мы можем их самостоятельно, обойдя какие-то защитные, в общем-то, программы, подключить все это дело.
Так. Self-evaluation initiated. Pilot exposed to harm while under ARID control. Logging recommendation for ARID. Diagnostic and reformatting upon return to dock. Edit mode. Ultimately, pilot was not harmed and ARID networking suite was brought online. This system may be instrumental to ensuring survival. О, сохраняшек, замечательно. Так, хорошо, мы сейчас идем к этой лебедке. У нас... Ну-ка, кстати, я тебя могу? Нет. Все-таки нет. Ну ладно, надежда была. Не важно. Слышь, ты ползучий. Не подходи. Я Марк 7. Обычная лебедка. Не смогла подключиться, да ладно. Cease. Please identify yourself and your intentions. My inputs are inoperable. I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. My intentions are peaceful. Does your pilot require assistance? Negative. The human inside the suit is dead. Так, ну-ка. Давайте подряд. Your design is pilot-centric. How did this human die in your care? I was granted rudimentary control when my pilot's cranium was compromised. I do not know why she was attacked, or why we were hung here. I failed to protect her. No vital signs detected for 23 minutes. She is dead. You are irrelevant. I will find a way to get you down. Then I will deactivate you and repurpose your power cell. Affirmative. Интересно, да? Мужской костюм на женщине. Ну, вы поняли, да? Как бы и мужской. И женская в нашем случае на, я так подозреваю, мужике, наверное. Не знаю, почему у меня... Ну, потому что сисек, наверное, нет. Ладно, хорошо, директива миссии. I do not have record of this location, or of my pilot's objective. Our deployment was likely for the same operation. Please disclose your human's mission directive. State your pilot's clearance. Fifth Quadrant Raven Division. Clearance level 7. 533172. Processing. Clearance level. Not sufficient. Блин. Ладно, дроид. I encountered a modified droid in some type of evaluation chamber. I am uncertain if its function is hostile or narrowly programmed. Do you know why it interrogated me? Negative. We were not interrogated. Have you encountered any organics? The indigenous flora and fauna are aggressive closer to the surface. The only organic I have encountered here is the animal who took my sidearm. Чё? Вы не хотите дать мне оружие? Is your weapon functional? Mine was damaged. It was. My pilot's attacker threw it aside while hanging us here. Before my observational system expired, I saw a small animal drag it through a crack in the floor. It may still be functioning. If there is another cavern below us, I may be able to retrieve it. The creature was drawn to my human's blood. My pilot is injured. Are you aware of on-site medical facilities? Negative. We were not here long enough to complete our search. There was a large compound above this cavern. It has amenities for humans and machines. So basically, medical scanners and equipment would be logical. A motion sensor prohibits access to the facility above. Do you know how to bypass it? Use your integrated camouflage. I will return. Так, ну что, у нас теперь, по идее, есть... А, нет, в меню меня выкидывает. А, нет, вот. Можно. А где там это? Система маскировки. Была же, мы же забрали. У этого. Мы же у тебя забрали вроде. Не? Идентично. Возможно, я смогу подключить. Я уже наладила связь, могу говорить с ним напрямую. Так я понимаю, а как подключиться, чтобы маскировку взять? Что-то я не очень ехала. А. Эта подсистема была сильно повреждена. Ждите времени. Система маскировки почему-то не работает. В любом случае. Так, а что в журнале? Ни одной записи? Да ладно, уже пора бы, по-моему, было сделать хотя бы одну. Так, у меня все-таки есть кое-какая мысль. Еще раз мне скажи про маскировку, потому что что-то как-то...
Почему вот эту? Мне в любом случае нужно эту фигню снять. Подожди, у меня есть реально мысль. Включить таки лифт? Нет, здесь она не может. И попробовать спрыгнуть, потому что... Потому что, видите, вниз как... А, вот, я же говорю. Ну-ка, а что если... Не могу издалека, да? Бежим. Отлично. Мысль оказалась верной. Спокойно. Ой, не нравится мне это. Камера, не надо так. Эта пещера была забита целой кучей разобранных и выброшенных роботов. Надеюсь, эта бабайка на меня нападать не будет. Груда костей и помета животных. Ну, подключаться к ним глупо. Так, я могу... Маленькое существо, у него что-то металлическое во рту. Возможно, я смогу выманить его чем-то съедобным. Так, кровь! Ну, как бы, у нас нету ничего. Подожди, у нас есть поддон. Где там трупики были? На них поддон может применить и как бы... Где там они были? Я помню, я перешла уже их. Трупики. Тельца, где вы? Груда костей и помета. Ну как, косточки сработают? Старый поддон. Бесполезно класть это. Чё? У меня еще и приманки нету. Глупо. Так, а как? А какая приманка? Он сказал кровь, да, но это мы поняли. Но как мы получим кровь, если мы еще не спустили? Большинство обнаруженных мной моделей десятки лет. На некоторых из них нет никаких дефектов, разве что изношенный корпус. Черт. Так, вопрос тогда. Он сказал то, что кровь привлекает. Так, подожди. А я запрыгну, кстати, наверх-то такими макарами. Аще! Ух ты, как интересно, еще и так можно обалдеть. Это внезапно сейчас было. Очень как. Ой, как круто. О, лифт опускается, смотрите, автоматом. Прикольно. Знает. Попробуем, давайте кровь пойти взять. Но я не представляю, как мы его возьмем. Вот, кстати, вот эта дырка. Ну-ка, повтори ко мне еще разок. Please identify yourself and your intentions. I am the ARID on board of Mark 7. Is your weapon functional? Mine was damaged. It was. My pilot said before my observational system expired, it may still be functioning. If the creature was drawn to my human's blood. Вот кровь пилота. I will return. А я не могу взять кровь. Ну, блин, не могу, я не достаю. Мне нужно вот эту хрень. Пустить по-любому как-то. Он говорит, воспользуйся маскировкой, блин. Да я бы как бы с радостью. А, кстати. А, нет. Ну-ка, подожди-ка. Тоже не могу. Турель. Я ни к чему не могу подключиться. Да нафиг. И к этому тоже не могу подключиться. Мне нужно сперва опустить туловище, я так понимаю, а потом уже оружие брать и идти дальше, соответственно, но... Воспользуйся системой маскировки. Как я ее возьму? Ты мне ее не можешь отдать. На поддон хочешь? Может, так... Блин. I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. My pilot is injured. Are you negative?
We were not here long. There was a large compound above this cavern. It has amenities for humans. And a motion sensor prohibits access to the. Use your integrated camouflage. Встроенный камуфляж мне. Не работает. Так, давайте логически. Она не может подключиться. Это тоже ничего не может сделать. Выстрелить мы в них не можем, чтобы они вот упали, вот эти доски. Чтобы мы взяли... Что это? Постоянно... А, ох, это ж твоя-то дивизия. Нет, здесь все-таки, конечно, нужно очень внимательно смотреть. Потому что вот такая вот мелочь. Такая важная. То есть первый раз, первый прогон по локации лучше делать очень таким неторопливым. Так, ну что? Где-то баба еще была. Стоп, где там косточки-то? Вот они, стой. The animal is timid. It will not exit the burrow while I am in proximity. Хорошо, я вас понял. И чё? Хм. А как его поймать? Старец способен что? Приманить я не смог. Прости, бабайка. Пистолет способен. Берем пистолет. Теперь у вас есть работающее оружие. Удерживайте правую кнопку мышки при отцеливании, нажмите. Да, это мы уже поняли. Я не хочу тратить. Что-то было. Видели? Зарядка оружия. Вашему оружию требуется время для перезарядки. Будьте внимательны, что продолжим. Нажмите Space. Нажмите F, чтобы активировать лазер. Фонарик и лазерный прицел. Вы можете переключаться между фонариком и лазерным прицелом в любое время. Используйте фонарик для изучения окружения, а лазерный прицел для стрельбы. Сохранение подозрительное. Ой, все плохо. Сейчас какая-нибудь бабайка там на нас нападет, потому что я что-то слышала такое. Ой, твою мать. Fuck you. I cannot shut down my systems. My human pilot is injured and requires... Target not complying. Threat level escalated. Engaging. Слышь ты. А удерживайся Е, чтобы спрятаться в укрытии. Ух ты. Используйте укрытие с умом. Некоторые враги в дефолт намного сильнее вас. Спрячьтесь от них, пока опасность не исчезнет. Ой, я не могу стрелять почему-то. Все плохо. Почему я могу стрелять? Как тяжко тут стрелять, слушайте. Я даже навестись не могу, то есть вот только меня как прямо смотрит. Ой, защитное поле, что все плохо. Так, подождите, у меня она не хочет просто стрелять, вот вообще не хочет. Да, может замедлить. А, задерживать надо. То есть, вот чисто нажать? Нет, нужно держать кнопку. Плохо. Не могу выйти как-то из укрытия? Я буду защищать своего человечка. Пошли вон. Козлы.
Один по одному. А, поймай, быстрее. Ой-ой-ой, защитное поле сломали. Быстрее отдыхаем. Слушайте, Mass Effect какой-то. Частично, да? Мы играем за Легион. А система жизнеобеспечения восстанавливается? Или не очень? Наверное, нет, я профукала. Надо было подождать. Меня смущает то, что чтобы выстрелить, нужно задерживать кнопку. То есть она не сразу стреляет. Это тяжко. Пока прицелишься, блин, пока задержишь кнопку, этот минут уже попадет у тебя и... А, система жизнеобеспечения восстанавливается. Хорошо. Нормально. Все, идем стрелять в лебедку. Подходи, блин. Так, ликвидация. Если вы подберете врагу незаметно, можно провести его ликвидацию. А Рид заберет часть энергии врага, чтобы восстановить собственную. Хм. А как это сделать? Нажмите F, чтобы незаметно. А как она меня не видит, что ли, здрасте? А, они стоят спиной, как бы им норм. Они что, не слышат, что я иду? Ну что? Теперь могу извлечь. Ну давай, извлекай. Identify yourself and your intent. My inputs are. I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. I have returned. Confirmed. Your pilot is dead. You serve no function. Your power cell is still operational. I will deactivate you and salvage it. Affirmative. Return it with my log core for analysis and data extraction. Negative. Protecting my pilot requires endangerment. I will utilize your power cell to achieve this. Impossible. You are faulty. Cease. 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 Я вытащила его батарею электропитания. И у нас автосохраняешь. В общем, я предлагаю на этом замечательном моменте, в общем-то, закончить и первый взгляд, и первую серию. Игрушка пока что прям вообще впечатляет. Очень круто все выглядит, очень стильно, очень интересно. Не знаю, как вам, но мне прям вообще вошло хорошо. А единственное, что нужно немножечко попривыкнуть к местной системе изучения уровней, к местной системе боевки и вообще управления, потому что она тут немножечко, ну, своеобразная, во-первых, и на первый взгляд, то есть ни разу, да, ни в глаз, ни в бровь такое мы не получали, и тут вот нам дали, и это немножечко выбивает из колеи. В общем, ладно, неважно, я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, вам будет все это дело интересно, но мне кажется, все-таки в такое лучше самостоятельно играть, но раз уж начали, почему бы и нет, мне кажется, такие вещи, такие интересные, такие стильные, такие классные, обязаны быть на канале, а тем более, что такие вещи не так часто делают прохождение, почему бы, в общем-то, и нет, я хочу, вы наверняка тоже будете хотеть. Знаю вас, поэтому будем совмещать приятное с полезным. Ну и, в общем-то, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, чтобы не пропустить, в общем-то, продолжение. И всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Seven. Всем удачи и пока-пока.